Друзья, всем привет, и сегодня я хочу поговорить о том, возможно ли таскивать хороший флоут без всяких ботов на CS Money, за которые сам сайт готов переплачивать. Первым делом я начинаю смотреть, за какое оружие и с каким флоутом на нем сайт готов переплачивать. Я делаю сортировку по флоуту и начинаю перебирать оружие. Наводясь на шмотку, вы сразу увидите, сколько сайт за флоут переплачивает. Ну и чтобы было проще, сделайте фильтрацию вещей, которые присутствуют именно на ботах, а не выставленные на продажу людьми за свою цену. Для удобного поиска хорошего флоута я советую установить расширение CSGO Float Market Checker. Ссылка будет в описании. Итак, для нашего удобства мы также откроем вторую вкладку CS Money, чтобы не скроллить постоянно при дальнейшем поиске различных оружий с хорошим флоутом заново сверху вниз, если та шмотка, которую мы смотрели, нам не понравится. Как только мы положили глаз на какую-то интересную пушку, мы копируем ее название и вставляем на продублированной странице обменника в поиск. Ну и соответственно делаем сортировку по флоуту. Далее переходим на страничку этой вещи на Steam, и уже с помощью установленного расширения, о котором я говорил выше, мы делаем сортировку по флоуту на его странице. От лучшего к худшему, ну или наоборот, потому что за плохой флоут также на некоторых вещах имеется перепад от самого сайта. Далее нам остается искать вещи с хорошим флоутом, за которые не просят Steam большую переплату, но при этом, просмотрев предложение на обменнике с этим оружием, примерно с этим же флоутом, мы понимаем, что сайт действительно готов дать больше той цены за этот флоут, за которую продают данный предмет в самом Steam. Ну и не забывайте также учитывать саму комиссию обменник. Ну а далее мы забираем эту вещь, если нам понравилась его цена, и ждем, когда спадет бан трейда, и закидываем ее на сайт. Если же флоут вас очень сильно привлек, но на самом сайте, конкретно на ботах, такой флоут не лежит, да и сам CS Money не переплачивает за него, то посмотрите, за какую цену сливает этот флоут конкуренты, как на CS Money, так и на Steam. Если вы готовы поставить цену ниже их, и уверены в том, что скин все-таки продастся с таким хорошим флоутом за такую переплату, то дерзайте, и получайте тот профит, что вы желаете. К сожалению, личных примеров за последнее время с хорошим флоутом, которые выгодно закинулись на CS Money, я показать в большом количестве не смогу, так как его почти не просматривал. Но в переводе баланса я все же смог выцепить некоторые пушки с хорошим флоутом, за которые даже сам сайт дает больше, чем то, за сколько я их покупал. Стоит также упомянуть об этом дигле. На продажу я его еще не выставил, сам сайт, к сожалению, его не сильно высоко оценил, но при этом мои конкуренты не дешевле стоят 2800 рублей. Поэтому попробую его продать примерно за эту же сумму на сайте и все же получить с него какой-то свой профит. Также на самом сайте мне удалось забрать вот такой пистолет по дефолтной цене с таким флоутом. Он где-то топ-25 мира по потертости, и я пока не знаю, за какую цену его сливать, но в любом случае нечто подобное приятное заиметь в своем инвентаре. Также не забывайте о том, что на аукцион залетает хороший флоут, зачастую без переплаты от самого сайта, за который люди тоже готовы переплачивать. Вновь напомню о том, что если вы не уверены в том, стоит ли просить больше переплаты за тот или иной флоут, просто проверяйте цену своих конкурентов и отталкивайтесь уже от нее. Ну и в конце хочется упомянуть о том, что TriSkins позволяет также чекать хороший флоут на некоторых сайтах, и вполне возможно, что даже с них вам удастся забрать как раз таки этот флоут за хорошую цену и выгодно закинуть, например, на CS Money, либо на Steam, либо как-то по-другому его задействовать на перепродаже. Ну и для тех, кто досмотрел до этого момента, маленький дополнительный лайфхак. Если вы хотите узнать, за сколько какой флоут на этом оружии купился на CS Money, то скопировав с сайта название оружия, просто зайдите на BroSkins, выберите вкладку с CS Money, ставьте в поиск копированное название и нажав на график продаж оружия, вы откроете его последние продажи. Далее сочетанием клавиш Ctrl-F вы откроете поиск и введите первые цифры флоута, которые вас интересуют. Продажи с этим флоутом выделятся ярким цветом. Ну а на этом я заканчиваю данный видеоролик, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, вступайте в группу ВКонтакте и в наш Дискорд. Всем удачи и хорошего трейда!